кого-то убивать. Я тебе покажу. Вот так вот. Только по темным ходить. Вот тут вот стоящий вот такой. Смотри, вот сходи. Вот ты сходил, молодец. Вот я хожу. Дальше. По одной клеточке. Давай. Клетки нам не нужны. Ну вот, а я тебя раз. Ааа, я вымот, как шашки. Давай, теперь ты дальше. Это не шахматы, это шашки. А ты меня? Да. Так не ходит, только по чёрному. Хитрый. Ты можешь два раза это, две сделать. Вот у тебя, ты не видишь, что? И назад ты можешь. Вот так. У тебя три мои, у меня тоже три. Нет, один ход только. А ты меня убьёшь. Я тебя убью, если ты... Нет, так нельзя ходить. Ну, думай. Нельзя назад ходить, только убивать. Вот, что тут делать? Ладно, убивай. А зачем ты делаешь, ты так проиграешь? Да потому что ты меня в угол взял. У тебя вон целую кучу. Я сейчас сюда пойду, ты меня... На белый нельзя только пойти. Ах ты! Нельзя туда ходить только по темному. Давай. Ах ты! Нельзя назад ходить. Только вперед. А смогу тебя убить? Нет, только я потом. Думать надо, прежде чем ходить. А вот это теперь, когда она сюда встает, теперь она может вот так по диагонали полностью ходить. Понял? Я сейчас тоже сюда дойду. Ты не дойдешь.
А ты меня не убьёшь-то? Ну давай. Я сижу. А чё ты хитришь-то? Чё я хитрю? Ты... Не ходи по правилам. Ах ты! Сейчас вообще проиграешь. Проиграл. Могу я тебя убить? Нет, так я потом тебя. Нельзя, надо что-то вперед. Убить? Нет, не смогу. А ты уже вообще любой твой ход для тебя убийство. Точно? Нет, так нельзя. Что вот здесь стоит? Ты! А это ходит по всей. И все равно. А если я сюда дойду? Ну ты не дойдешь уже, ты проиграешь мне сейчас. Какое проиграю? Могу еще две добавить. Нет, давай эти вот. Ходи этим. У тебя вот остались. Это же другой раунд. Давай, ходи. Ходи, у тебя есть всего 3 хода. Лев, у тебя 3 хода, ходи. Ну? Чё думаешь? Ты меня сейчас убьёшь. Ну чё ж теперь, давай, ходи. Я добавлю потом вот на листе меня. Да вот, ходи, у тебя 2 штучки осталось. У тебя все ходы закрыты. Давай, ходи, тебе надо проиграть. Осталось-то. Давай, что ли, быстрее, Лев. Время тянешь. Назад не ходит, только вперед. И здесь тоже. Вот ты вот так пройдешь, я тебя убиваю. Папа выиграл, Лев проиграл. И заметь, что ты со мной не плачешь, а с мамой плачешь. Почему? Сейчас. Потому что ты с мамой так привык себя вести.